Привет, ребята. Всем привет, ребята. В этом видео будем учиться ходить. Хотите научиться ходить? Не вовне, не как 2 года, а правильно научиться ходить. Я же такой пример, очень крутой. Кому-то может быть интересно. Мы находимся в метро. Смотрим. А, вот право, вот лево. Вот тропа народу. Куда они все бегут? Вот, смотрите, все направо, но тут еще лифт есть, куда в лифт идет. Налево пока еще никто не пошел, а там тоже выход. Направо, один налево. Это исключение, таких есть, но немало, но вот еще один пошел. Вот еще один пошел, видите? Вот они, кто пошли, они молодцы. Это объясню почему, видите, а большинство куда идет? Большинство направо, направо, направо. Некоторые налево. Некоторые налево. Молодцы. А знаете, они молодцы. Смотрим дальше. Видите? Направо. А кто направо идет, они не молодцы. Кто идет налево, они молодцы. Смотрим дальше. Лево. Право. Пока справа побеждает. Направо больше людей идет. Лево. Право. Лево. Право. Пока по очереди. Смотрим дальше, ребят. Молодцы. Лево. Теперь право. Теперь право. Теперь лево. Лево. Право. Право. Лево. Лево. Право. А все люди, люди от справа не идут, все идут слева. Лево, лево, право. Кулель направо пошел. Семья мусульман пошла направо. Девчонка в белом пошла направо. Нет, она пошла на лифт. Нет, направо. Девчонка на велосипеде направо, мужик в кепке направо. Теперь, а вот я иду налево. Надо объяснить, почему. Не слишком там, типа, торпа, не торпа, все в толпе идут. Друг за другом. Не, вообще не в этом. Идемте, покажу еще кое-что. Реально интересно. Так, ребята. Теперь смотрим. Вот я нахожусь у метро. Скоро гроза будет, походу. Ладно, фишка не в этом. Видите, да? Все выходят отсюда, все выходят отсюда. Все выходят направо. Видите, слева, право, лево, право. Все слева выходят. Смотрим светофора. Толпа людей со светофора идет. Смотрим, куда они сейчас пойдут. Все будет ближайший выход. Вот сюда, не туда, а вот сюда. Сейчас увидите почему. Тут, конечно, маленькая тропа. Сейчас выходной день. А больше намного больше будние дни. Смотрим. Смотрим. Видите, вот все. Он слева выходит. Не все в один вагон. Тут даже все налево. Все ближайший выход. Но фишка, ребят, даже не в этом. Смотрите, как я захожу в метро. Я захожу не вправо. Я захожу налево. Вот видите, тут все вы правильно. Я тут просто увидите, что там главную фишку. Самую главную фишку, ребята, видите? Все на меня идут. Все идут на меня. И большинство. Ребят, не буду вас долго мучить. Фишка в том, что нужно ходить. Метро, торговых центрах, метро, торговые центры, неважно, любое круговое движение, нужно ходить по часовой стрелке, а все ходят против часовой стрелки. Вот все ходят против стрелки, и большинство. Поэтому, кто ходит по часовой стрелке, те живут дольше. У тех правильно работают органы, правильно организм. В этом соответствии, ребята.